Депутат городского совета от партии регионов, директор завода имени Тараса Орловича Шевченко. Я сегодня только два часа назад, как приехал с Трусконца Львовской области. Там проводится сейчас всеукраинский праздник детей. Детей художественной самостоятельности, самодеятельности. И вы знаете, дорогие гости, когда видишь эти детские лица, которые выступают в сцене и на площади Трусконца, просто душа радуется. Видишь будущее в лицах этих прекрасных наших детей. Дети выступают из Донецка, из Луганска, из Львова, из Житомира, из Ялты. Это святое. Но когда я сегодня вижу лица, которые стоят вот здесь на площади, взялись друг за друга руками, какую-то цепь, мне что-то напоминает.